Начался следующий этап подготовки заявки на участие нашего городского округа во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Жители уже выбрали территорию для благоустройства – это Коми-деревня. Теперь необходимо определиться с наполнением пространства. А каким вам видится историческое место на берегу протоки Волпосл? От горожан ждут любые идеи и предложения. Коми-деревня – историческое место, с которого вырос город. Сейчас специалисты проектного офиса разрабатывают проект предстоящих изменений. Нужна помощь горожан. Чем наполнить? Установить детскую площадку, архитектурные объекты или особенные лавочки. Свои идеи жители городского округа могут предложить на информационном ресурсе «Живем на севере» на платформе «Предлагай» и с помощью специальных боксов, которые установлены в администрации города Лабытнанги, городском доме культуры, спортивном комплексе «Полярный», школе номер 5 и в доме культуры «Северное сияние» поселка Харп. На втором этапе от жителей также ждут активного участия в обсуждении, ведь именно от нас будет зависеть то, как будет выглядеть историческое место. Хотелось бы обратиться к жителям городского округа. Уважаемые лабытнанцы, напоминаем, что проект создания комфортной городской среды должен отвечать критериям конкурса, главным из которых является активное участие жителей города. Предложите свои идеи, инициативы по мероприятиям, наполнению и функциям, которые отражают ваши идеи и которые вы хотели бы увидеть реализованными на этой территории для включения в проект благоустройства исторического для города места. Голосование продлится до 11 марта. Успейте подать свою идею, и, возможно, благодаря вашим предложениям будет благоустроена Коми-деревня в случае победы нашего проекта. Важен голос каждого. Анастасия Шаховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное».